Ты знаешь, почему я позвал тебя сюда? Нет. Нет? Ну, Марк, ты знаешь, кто я такой? Нет. Нет. Какой-то богатенький парень позвонил тебе. Я хочу, чтобы пришел Марк Шульц, посетил меня. Но я тренер по борьбе. И я очень люблю борьбу. И я хочу поговорить с тобой о твоем будущем, о том, чего ты хочешь достигнуть. Чего ты хочешь достигнуть, Марк? Я хочу быть лучшим в мире. Хочу ездить по миру и завоевывать золото. Хочу поехать на Олимпийские игры в Сеуле и выиграть золото. Хорошо. Я горжусь тобой.